Всем привет, с вами снова я, Чебурашка, и это очередная программа, телепередача. Окей. Всем здорово, мои дорогие пожилые окуни, с вами снова, как всегда, я, аниме. Со мной мой друг Хиру, братанчик мой, кореш. Сиозап, ребят, я непосредственно как бы Хиру меня звать, да. Это аниманик, очень крутой. Уже очень давно я опубликовал у себя видео на канале, которое называется «Конкурс для битмейкеров», который вышел в честь выхода моего альбома. Ты не слышал еще мой альбом? Я очень давно хотел снять это видео, но каждый раз не получалось. Вот, наконец-то мы нашли время и начинаем снимать это видео. Нам пришло около 5 работ. Давайте приступим к слушиванию. Чувак не стал заморачиваться, просто вырезал сэмпл нормально. Ну как тебе, Хиру? Сколько ты оцениваешь? В принципе, по шкале. Сколько аниманников из 5 ты ставишь этому треку? Биту. 3 аниманика и 1,5 окуня. Этого чувака я видел его бит уже, но послушаю еще раз с удовольствием, потому что сделал он его прям очень хорошо. Почти неповторимый оригинал. Я даже помню то, что я вам писал коммент и под каким-то из своих видосов закреплял его. Передаю также огромнейший привет Дейдара Битс. Типа, чувак, у тебя Дейдара на Ави. Успех гарантирован. Он посвятил отдельный видос на канале, который набрал целых 59 просмотров. Так что давайте посмотрим. В общем, этому биту, я не знаю, наверное, 5 или тоже 4,5. Нет, я тебе скажу, что там один большой минус, что там хай-кеты ставят не каждые 2 шага, а каждые 4 шага. То есть они там не... Типа там большая... Да-да-да, и типа это грув очень... Грув меняется от этого. Если же в оригинале там быстрые хай-кеты, это быстрый бит. А тут почему-то он расслышал медленные хай-кеты. Я хз почему. Так что я ставлю 3... аниманенько из 5. Слушай, я в принципе с тобой соглашусь. Мяу. Я тоже, наверное, поставлю 3 или 4 аниманенько из 5. Бит вообще идеально перебил, но хай-хеты все испортили. Чувак. Да, согласен. И бас можно было опять же пожирнее сделать. Да. Почему никто не делает бас жирным? Я не понимаю. Я не знаю, вот. А у меня жирный? У тебя, брат, у тебя бас жирный, как, я не знаю, как Стас Борецкий. Смотри. 3 из 5 аниманик. Мелодия не удалась, но драмка более-менее хорошая. 3,5 пожилые креветки из 5 аниманников, потому что, блин, вот мелодия все испортила. Окей, ладно, я помолчу про то, что бас не подходит, но я просто говорю, как есть, типа, мелодия, блин, чувак, если бы ты изменил мелодию, я бы тебе, наверное, 4,5 или... И знаешь, еще да, чего прикол, то, что этот чувак делал бит на телефоне. В FL Studio Mobile. На телефоне?
Не, чувак, сорян, четверка. На телефоне такое сделать, это четверка, не, брат. Ну, мелодия, ладно, я забью на мелодию, я забью на бас, четверка. Ну, я остановлюсь на троечке. Я четверку даю. Слышишь? Чувак, я тебе это ты победил, чувак. Нет, я подожди, это очень круто. Это круто. Мне кажется, то, что немножко перегружен микс и вокал тихий, мне кажется, слишком капелло, который он вырезал. Не знаю, как тебе, но мне прям очень понравилось. Это круто. У чувака есть будущее, у чувака есть талант писать ремиксы. Это очень круто. Если я, почти не писал ремиксы, и получается у меня так себе, но у чувака очень круто выходят ремиксы. Особенно на такой трек, типа, сделать такой ремикс. Это круто. Тора, ставлю троечку. Ставлю пятерку, чел. Ставлю пятерку. Такс. Ну что же, давайте же подводить итоги. Значит, всем привет, всем пока, всем удачи, попрощайся, Русланчик. Ребят, запомните, новый русский рэп — это чисто 808. Я вас не понимаю, не понимаю ваш сленг, и смешивайте все с таблетками любви. Всех люблю, ребят. Всего вам самого лучшего. Старайтесь, делайте контент. Больше лучше, дальше лучше, ребят. Все будет у вас круто, все получится. Спасибо всем, кто участвовал. Всем пока. Ладно, пока. Все.